Смертельная авария на восточном въезде в столицу. Буквально за несколько километров от Минска на Борисовской трассе в аварию попали сразу три автомобиля. ДТП произошло около полудня. Как рассказывают очевидцы, поток машин, ехавший со скоростью около 100 км в час, начал неожиданно останавливаться. Вероятно, затор произошел из-за ремонта дороги, который идет здесь активными темпами. Девушка на Audi по невыясненным причинам не успела затормозить и врезалась в Deo. Тот по инерции ударился во впереди стоявшую Мазду. Пассажир корейской машины погибла, предполагаемая виновница в реанимации. Других пострадавших в столкновении нет. Известно, что молодой даме за рулем Audi 29 лет. В подробностях и обстоятельствах произошедшего разбираются ГАИ и Следственный комитет.